учетом наличия смягчающих вину обстоятельств, таких как наличие на иждивении двоих малолетних детей, полное признание вины и раскаяние в содеянном, явка с повинной, и отсутствие отягчающих вину обстоятельств по совокупности преступлений, общее наказание, которое просит государственное обвинение в данном судебном заседании, составляет 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с назначением испытательного срока длительного периода 4 года.